Работаем много, работаем качественно, работаем честно, только командой. Романов энд компани. Синоптики прогнозируют похолодание и дождливую погоду. В Молдове в субботу ожидаются грозовые дожди, в Речанах и Сороках плюс 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Аргееве воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Тирасполе ожидается плюс 26, в Лиово плюс 27, в Камрате и Кагуле до плюс 28, передает Публика НД. В столице ночью прогнозируют 16 градусов тепла, днем плюс 26. В ближайшие сутки погода существенно не изменится. Дневной максимум составит 32 градуса. Ночью ожидается от плюс 14 до плюс 17 градусов.